Здоровье – это самое ценное, что есть у человека, а потому забота о нем – святая обязанность каждого, кто хочет прожить долго и счастливо. Форум содействия здоровому образу жизни – хороший способ присмотреть что-то подходящее именно для себя, а также уникальная возможность открыть много нового и интересного. В этом году количество участников выставки-ярмарки не сократилось. Организаторы уверяют, что и качественный состав экспозиции будет актуальным. Формат выставки, он всегда сохраняется, и, как всегда, это будут диагностика в определенной мере, консультации специалистов учреждений здравоохранения, как областных, так и города Бреста, а также у нас бывают и будут гости республиканских научно-практических центров здравоохранения. В 2014 году выставка-ярмарка «Содействие здоровому образу жизни» будет проходить с 18 по 20 сентября. К слову, это мероприятие 10-е, юбилейное, поэтому и программа планируется насыщенная. Выставка вкуснейшей продукции, спортивные мероприятия, информационные встречи и круглые столы. Особое внимание будет уделяться конкурсам, в которых участвуют целые семьи. В перечне очень много интересных познавательных мероприятий. Одним из таких для нас очень важным событием выставки является подведение итогов конкурса «Здоровая семья», которая уже у нас проводится третий год подряд. Это очень значимое мероприятие в плане именно мотивации к здоровью семьи. Начало и фундамент нашего государства. Провести диагностику внутренних органов, получить консультацию специалистов, попробовать вкуснейшую продукцию и узнать подробнее об услугах, которые помогут поддержать организм в тонусе. Все это будет возможно на выставке-ярмарке. Главная задача мероприятия – привлечение внимания общественности к проблемам формирования правильного образа жизни. И с этой миссией здесь справляются.